пятницу в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем плюс 1, минус 1 градус, ночью 7-9, ниже 0. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление остается высоким. В Сызрани небольшая облачность. В дневное время минус 1, ночью минус 7. Северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти солнечно, днем 0 градусов, ночью 7 с минусом, северный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, днем минус 1, ночью минус 9, северо-восточный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 26%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.